Коммунальные службы Люберец избавляют дороги от ям. В настоящее время в городском округе зафиксировано более 1200 таких дефектов. Наша съемочная группа увидела, как проводят ремонтные работы. Шум дорожной техники в 4-м Люберецком проезде. На этом участке дороги образовалось 4 ямы. Всего коммунальщикам необходимо починить 3 квадратных метра асфальтового покрытия. У нас все ямы фиксируются в приложении СКПДИ, созданном Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, где они в текущем времени видят все ямы и в текущем времени видят выполнение работ. С начала этого года в Люберцах ликвидировали более 1100 ям. Наличие впадин на дорогах отслеживают сотрудники администрации. Но жители округа тоже могут принять в этом участие. Заявить о необходимости ремонта на том или ином участке можно несколькими способами. У нас есть социальные сети, нам сигнализируют, и мы будем стремиться максимально быстро, оперативно это все устранять. У меня есть почта. Поэтому сегодня коммуникации более чем достаточно, и они позволяют держать руку на пульсе. В этом году в городском округе Люберцы запланирован ремонт 34 участков дорог. Их общая протяженность превышает 174 километра. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.